Не знаю, Димка, это просто выкинул вещи. Просто я понимаю, что как бы, ну, тебе это неприятно. Дай вытру вот здесь, Оль. Что? Угу. Ну, что ты сам не покупаешь. Ты все об этом думаешь, что ли? О этих шмотках, что ли? Да нет, я же сказала, что за тряпок ругаться. Просто ты как бы так легко тебе все это. Понятно, что не ты покупал, не твое. Просто я как бы если рассуждаю. Что, просто, ну, рассуждаешь ты и что? Заметь, я выбрала тебя. Заметь, ты сейчас опять оперился, опять открылся, начинаешь ни в коем случае, со мной так разговаривать. Ни в коем случае. Грубо. Я сказал, давай вот жить по финансам. Вот будут деньги, я тебе без проблем куплю. Платье там, ну, чтобы мы рассчитывали на то, что у нас есть, а не так, знаешь, пошли, допустим, все потратили, а завтра лапу будем сосать. Думать, что же поесть. Дим, о чем мы говорим? Что тратить, если у тебя, ну, как бы, нет денег? С чего мы говорим? О чем? Не, подожди, вот тоже ты говоришь о воздухе, допустим. Ты знаешь, что у меня есть на карте. Карта заблокирована. Ты вчера сказала, я доведу дело до конца. Доведу дело до конца. Это не сразу, это не в два дня. Я от вещей отказалась, ты их выкинула в океан. Я даже тебе слова не сказала. Говорю, я выбираю тебя. А ты мне сейчас говоришь, когда же там это деньги придут? Тупо насчет. Ты намекаешь, ты к этому подводишь. Я говорю, Оль, я разберусь с этой ситуацией, я тебе сказал. Ты обещал, ты мне сам вчера говоришь. Ну я же не сказал, в какую дату ровно это случится, Оль. Ты че? Ну почему ты так реагируешь? Ну почему? Почему ты орешь всегда? Я тебе очки оставил. Оставил очки, не сломал тебе очки. Ты носишь очки. Для чего ты сейчас меня доводишь? Для чего? Скажи мне. Да, спасибо за очки, что оставил, что не кинул их в океан. Не разбил, не сломал.